Из-за дождей земля проваливается. Скоро подойдет ближе к дому. Трещины очень большие и очень страшные. Улицу Набережную в Заринске берег реки Чумыш почти не держит. Он обваливается не в первый раз. Об этой истории мы уже рассказывали несколько лет назад. Однако тогда ситуация, как ни крути, была получше. Ведь размеры оползня были меньше. С тех пор администрация выровняла дорогу. Но вот спустя 4 года обвалы повторились. У нас сейчас запасаться надо углем, дровами. У нас отказывается. Многие приезжают сюда привозить. Потому что, говорят, очень страшно к вам подъехать. Не подняться, не спуститься. Тут не просто не проехать, даже не пройти, потому что грунт очень мягкий, легко провалиться. 3 года назад Министерство природы Алтайского края внесло участок в список проблемных мест. Проектировщики, в свою очередь, отмели вариант с выпрямлением русла реки. Поможет только укрепление берега, с чем местные солидарны. Весной вода поднимется, уровень воды, вода будет, течение будет идти и... Берег будет осыпаться с каждым разом. Его засыпать, его надо укреплять чем-то. Просто так сыпать сюда всякий швак, это бесполезно. И администрация сколько раз просила помощи. Я уже просила, чтобы нам предоставили другое жилье. Администрация говорит, очень, все хорошо у нас. Здесь жильцы, которые тоже этим боролись, они купили себе квартиру, потому что, говорят, они устали от этого. Потому что очень страшный дом может уйти во враг. И жилье нам не дают. Первый заместитель главы Заринского района Виктор Нагорных опроверг информацию о том, что кто-то просил о переселении. Также добавил, что проблемой должно заниматься Министерство природы. Ну, мы и каждый год про краевую адресную инвестиционную программу подаем заявление. Ну и как бы и на данный момент в эту программу не попали. Последнее было обращение в мае. Мы оцениваем, что угроз там обрушения жилых домов или так далее, как бы, ну вот на данный момент нет. Тем временем администрация Заринского района продолжает подвозить материалы для заделывания дороги и попутно надеется, что Министерство природы региона в ближайшее время поможет укрепить берег. А местным пока только и остается, что жить в страхе. Ведь угроза обрушения с каждым днем становится все реальнее. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.